Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем в вентиляционный тоннель, а оттуда в соседний путевой. А, вот железка чертова. Давай подсажу. Давай. Удачи. Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Мальчик, ты здесь, мы знаем. Выходи, не обиден. О, Артём, держи. Стоять. Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Осколк». А больше я вам ничего не скажу. Можете сразу убивать. Рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из «Осколк». Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь.